скором времени на улице Рождественской можно будет не только ходить пешком, но и кататься на коньках. Ледяной город и каток откроют к Новому году рядом с площадью Маркина в Нижнем Новгороде. Здесь вот будет ярмарочный ряд расположен, елка, несколько ледовых фигур, в сквере будет горка, ну и здесь регулярно работающий каток. Площадь ледовой арены займет около 400 квадратных метров. Вход на площадку будет бесплатным. Рядом планируется организовать пункт проката, а само катание будет сопровождаться музыкой. Дата заливки начала 12 декабря. По он заливается обычно 2 недели с выстаиванием всех температур, чтобы он был жесткий и плотный. Открытие катка планируется 25 декабря, поэтому в новогоднюю ночь нижегородцы уже смогут покататься на коньках. Кстати, в праздники можно будет пойти не только на площадь Маркина. В Нижнем Новгороде планируется к открытию масса зимних площадок. Порядка 100 ледовых площадок должно появиться в городе. На самом деле, зима все никак не придет, не наступит. Мы уже, может, даже немножко и заждались, особенно дети. Потому что мы понимаем, что зимний активный отдых детей на свежем воздухе – это, конечно, замечательно. И здесь мы должны просто каким-то образом поддержать в этой части, так сказать, порыв детворы. Вот ледовые площадки, на мой взгляд, это такое вот. И площадки также появятся более 50 для занятий зимним футболом. Тоже здорово, на самом деле. Хочешь бегай в коньках, хочешь бегай без коньков.